В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в оправдании терроризма. Разработку вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму окружного УМВД. Установлено, что 41-летний мужчина в июле прошлого года в присутствии своих знакомых оправдывал акт терроризма, заявив о признании идеологии и практике течения правильными, нуждающимися в поддержке. Публично такую точку зрения высказывал неоднократно. Сейчас фигурант по следствиям. Суд в качестве ограничительной меры назначил ему домашний арест. Наиболее строгое наказание, которое грозит мужчине по уголовной статье, лишение свободы на срок до 5 лет. По месту жительства и в гараже югорчанина проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, имеющие значение для следствия. На основании материалов, собранных сотрудниками полиции, Следственное управление Следственного комитета России по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.